Я сегодня очень рад тому, что могу участвовать в церемонии открытия второй французско-русской конференции, посвященной памяти великого литовского ученого Греймааса. Первая конференция состоялась несколько лет назад. Многие из тогда участвовавших приехали и сегодня. Я всех приветствую, всех благодарю за то, что продолжается наше совместное дело. Я, как представитель Центра балтославянских исследований в Институте славяноведения Российской академии наук, очень рад тому, что нам удается внести свой вклад в продолжение того, что было начато учеными наших двух стран и продолжено во многих других странах, многими нашими коллегами, часть которых не могла подъехать, но здесь присутствует. Я хотел бы больше всего поблагодарить тех, кто участвовал в первоначальных работах с Греймаасом и его знал лично. Греймаас был очень заинтересован в продолжении именно этих одновременных исследований. Его поразило то, что почти одновременно я и Владимир Николаевич Топоров вместе со мной начали заниматься сравнительной балтославянской мифологией примерно в то же время, когда к этому всерьез снова обращается Греймаас. Но мы в какой-то степени исходили из похожих, хотя не совсем одинаковых источников. Греймааса вдохновляли труды по сравнительной мифологии, созданные в основном в XIX веке, но отчасти в самом начале XX века, я имею в виду замечательные лингвистические работы Буги, где рассматривались и некоторые вопросы антропологии, и некоторые другие труды, созданные именно в то время, в самом начале XX века, то есть тогда, когда разъединение лингвистики и мифологии еще не дало таких существенных результатов, которые были позже. А позже мы сейчас возвращаемся к соединению этих наук, но также и к большому их расширению. Мне хотелось сегодня, помня об интересе Греймааса к общим нашим параллелям в исследованиях, помня обо всем, что сделал Греймаас для приближения науки о богах к науке о людях, сравнительной мифологии и антропологии, все это помня, хотелось обратиться к возможностям более новых, современных продолжений этих же исследований. Их можно продолжать в разных направлениях. Прежде всего, немного скажу о том, что мне кажется интересным, может быть, не самым интересным, но одним из очень интересных вопросов в отношении очень ранней предыстории балтов. Ну, балтов и славян. Я сегодня хочу снова коснуться вопроса этимологии имени Лиздейхи. Значит, вы помните, что существенная часть мифа состоит в том, что великий князь, ну, в последующем переложении это Гедемин, но так или иначе великий князь, связанный с Литвой и с Вильнюсом, во время охоты натыкается на дерево, где находит гнездо, но в гнезде, в отличие от универсального, глобального мифа, не
детеныш орла, не орленок, не маленькая птица, а маленькое живое существо, человек. И у этого человека уже есть имя, и его имя образовано от того, что он находится в гнезде, это лиздейка. Ну, окончание понятно, я его не разбираю, а вот корень, фонетическая, консонантная сторона корня, представляет огромный интерес. Ну, так, тривиальным образом это объясняется как L, которая в данных двух диалектах, а именно в литовском и, соответственно, в балтийском и в тахарском, представлена начальный элемент, который в индоевропейском был носовым. То есть это было производное от «ни», ну, первоначально с долгим «и», то есть и с лейнгальным. «Ни» как приставка, как преверб в сочетании с редуцированным корнем «сед» – сидеть, садиться, о птицах, о полете птиц, об их, о том моменте, когда они садятся на свое гнездо. Значит, вниз усаживающаяся идея обоснования в гнезде понималась как движение полета, полет птиц, матери гнездов вниз, к гнездам, к гнезду, где птенцы. Интересно, что некоторые изменения начального «на», по-видимому, объясняется прежде всего тем, что это начало слова. Поэтому здесь возникают такие рубежные явления пограничной фонологии, в частности, славянское развитие, откуда вот это «гн» в русском «гнездо» и в других славянских словах с этим значением. Само вариации вокруг этого «на» связаны с его положением в начале. Но такая вариация, при котором это «на» представлено латеральным, латерально необычно, это нестандартный вариант для начального индоевропейского «на». И хотя есть примеры, когда по фонетическим причинам возникает вторичное «л» в разных диалектах, чаще оно возникает из других источников. То есть вот это продолжение «на» в виде начального «л» в этом уникальном слове, это вполне единственный в своем роде факт в истории и тахарских языков, и балтославянских. Так что здесь приходится отметить безусловное сходство именно этих двух диалектов. Значит, индоевропеистам еще предстоит осмыслить, в какой степени другие балто-тахарские параллели, их довольно много, большинство из них скорее балто-славяно-тахарские. Но то, что мы рассматриваем чисто балтийское, не без участия славян, следует думать, что это какой-то факт, указывающий на единичные диалектные связи исключительно давнего времени. Поэтому вот это совпадение вполне частное, тем не менее имеет большое
общее значение. Для картины соотношение разных индоевропейских диалектов, внутри которых тахарский можно сопоставить с балтославянским в том плане, что тахарский, безусловно, отражает так называемый европейский, общеевропейский слой индоевропейской лексики. Вместе с тем, в тахарском совсем нет элементов, которые бы указывали на сходство с восточноиндоевропейским. В этом смысле тахарский отличается от балтославянского. Я хочу перейти к двум интересным проблемам, которые открываются для будущего, пока мы не знаем, что на эту тему сказать. Значит, первая интересная проблема – это проблема древности такого использования названия гнезда для образования имени человека в гнезде. То есть это проблема того, как взаимодействие языкового и мифического складывается в истории этого мифа. Вторая проблема состоит в том, что самый миф, по-видимому, принадлежит к числу очень распространенных и даже почти универсальных, но почти в том смысле, что его окончательная форма нам известна больше в части традиции развитого типа. Под развитым типом я имею в виду донеолитические традиции, дожившие до неолита, его испытавшие, отразившие это в соответствующем имени. Потому что лиздейка и соответствующее тахарское слово – это слова, которые отражают стадию языка, уже прошедшего развития мифа в быль. Значит, то, что рассказывалось как мифологическая история о встрече чудесного существа в гнезде, трансформируется потом в представление о ребенке, который дальше имеет реальную биографию, даже придворную биографию. Но это ребенок, который существует сначала при своих родителях, и этим характеризуется его имя. Вот это очень важная черта, которая опять объединяет тахар и балтов, и как будто не объединяет другие индоевропейские диалекты, которые, казалось бы, имели шансы быть среди вот тех, которые отражают самый миф, его балтийскую или балто-тахарскую форму. Следующий вопрос касается уже более общих вещей. Это проблема дерева. Значит, гнездо находится на дереве, поэтому исследование Топорова, как и предыдущие работы Греймаса, исследование Топорова касалось конкретного воплощения уникального, универсального представления о мировом дереве, которое преобразуется в Литве в дерево, древо, мировое древо, схема мира, предложенная в виде дерева, и в центре этой схемы находится центр ствола, в центре ствола обитатели дерева – люди. То, что люди естественным образом входят в структуру мирового дерева,
Это, по-видимому, черта общеиндоевропейская. Но относительно более поздняя. Это все время соприкосновения неолита с преднеолитом. И к такой большой глубине нас приводит продолжение исследований Гримаса и других замечательных ученых, которые касались Балтийской мифологии. Следующий важный вопрос. Если действительно речь идет о полном погружении в мифологию для мифологического слоя сознания, как далеко мы можем реконструировать, о чем идет речь в абсолютном времени, то есть просто конкретно в тысячах лет, и в абстрактном времени, то есть во времени, которое мы скорее исчисляем в машинных единицах, сколько машина поработала над тем, чтобы это закрепление, эта фиксация каких-то событий, в том числе событий мифа, чтобы она была соотнесена с некой временной шкалой. Для этого мы должны, кроме абсолютной хронологии, иметь дело с относительной хронологией. Я думаю, что самая интересная проблема поставлена совсем недавно, благодаря выходу книги американского антрополога Хейнса, которая совпадает во многом с идеями Владимира Николаевича Топорова. То есть это идеи того, в какой степени длится, насколько покрывает часть современной и прошлой истории человечества эпоха мирового древа. Дело в том, что Гедемин или любой литовский деятель, который потом творцами мифологии вставлен в этот сюжет, он продолжатель некоторых гораздо более ранних исторических персонажей, которые имели дело с тем же историческим универсальным символом мирового древа. Но само представление о мировом древе как общем для всех разных предцивилизаций, предлюдей, до неолита, это представление сейчас становится реальным благодаря открытиям сначала Топорова, потом Хейнса. Хейнсу присоединяется в предисловии к его книге крупнейший современный специалист по сравнительной мифологии, но которого мы знаем по работам по индийским, дартским, нуристанским и японскому в связи с мифологией. Это Витцель. Вот согласно Витцелю и Хейнсу, мы продолжаем жить в том времени, которое начинается некоторой доисторической цивилизации, поклонявшейся мировому древу. Это открытие недавнего времени. Оно стоит в ряду ряда открытий таких, которые сделаны у нас Березкиным, создавшим свою замечательную компьютерную систему для мировой мифологии. Березкин уже собрал много материалов, которые указывают на то, как универсальные и неуниверсальные локальные моменты возникают в мифологии и как они распространяются. Из этих вопросов один из самых интересных – это вопрос о проникновении, развитии представление о гнезде на дереве
гнездо на мировом древе, которое связывается с начатками уже новой неолитической культуры. Я в этой связи хотел бы напомнить, что мифы почти совпадающие и вовлекающие в себя образ древа, мирового древа или какого-то другого подобного растения и некоторые мифологические мотивы, мифологема, которые с ним связываются. Что это касается не только Вильнюса, это касается целого ряда древних городов. И для исследования в духе Хейнса очень важно сопоставление фактов мифологии нового и старого света. Вы знаете, что вопреки принятым в недавней такой традиционной антропологической схеме развития цивилизации, можно думать, что мифологии нового и старого света развивались независимо друг от друга, но исследования Топорова, Хейнса и других позволяют внести большое исправление. Сама идея мирового древа, по-видимому, является общей для культур старого и нового света. То есть древнейшая часть мифа об обосновании Вильнюса оказывается унаследованной, и в этой древнейшей части уже очень важную роль играет дерево само по себе. В таком случае надо поставить вопрос о том, как же птенец, потомок птицы, превращается в человека, начало некоторой человеческой традиции. В этом смысле Лиздейка оказывается просто ключевой фигурой для понимания этого соотношения разных традиций. Традиции более поздней европейской, где идея родового гнезда переносится в основном на людей, на феодалов обычно, и другого рода понимания гнезда как начало родового продолжения. Родовое продолжение – это когда наследуются черты целого рода, целой семьи, целого клана, в отличие от более ранних эпох, для которых мифология мыслилась больше в терминах звериного эпоса. А здесь мы видим переход от одной возможности к следующей. Я хотел бы в заключение сказать несколько слов о общем выводе, который напрашивается из современных исследований. Этот общий вывод заключается в том, что глобализацию мы должны понимать не как уникальное явление, которое происходит только в наше время. Глобализация происходит все время. Это основная черта развития человечества. Если XIX век выдвигал как общую схему для целого ряда линий исторического смещения картин эволюцию, то мы склонны сейчас предпочитать взгляд на эволюцию как связанную с глобализацией, то есть как связанную с распространением некоторых основных явлений. Вот к числу таких основных явлений для раннего человечества
перед неолитом, ну, как бы начинающегося неолита. Характерное введение института царского царя, священного царя, который постепенно приобретает черты не только священства, как показано Хоппартом и многими другими современными антропологами, преимущественно английской школы, в большой степени на более современном африканском материале. Но так или иначе, в некоторых частях мира вот этот процесс распространения священной власти царя, становящегося постепенно не только священным, но и постепенно перенимающим часть орудий управления, этот процесс связан с появлением соответствующих мифов и переосмыслением мифологических символов. Значит, для самого раннего времени мы находим черты звериного эпоса, в котором человек действует как один из партнеров, участников диалога с животным, с матерью птенцов. Постепенно этот человек становится также покровителем людей, а не птенцов, маленьких детенышей. За покровительство мать платит услугами, которые описаны в мифах части сибирских народов, как кетов. Кеты в этом смысле очень интересны, они дают многое для понимания вот этого процесса передвижения от того, что я называю преднеолитом к неолиту. Таким образом, сейчас мы можем постепенно начать намечать черты, которые социальную историю связывают с историей мифологической и с ее трактовкой в мифах. И огромную роль при этом принадлежит Греймасу, который первый ввел соответствующие литовские материалы, изучив многие до него остававшиеся менее известные, менее заметные. И рядом с Греймасом и с Владимиром Николаевичем Топоровым мы смело можем поставить сейчас имена целого ряда выдающихся литовских ученых, которые вместе с русской школой мифологии, включавшей таких ученых, как Афанасьев, вместе с украинско-русской школой, представленные Потебнёй и другими замечательными учеными, мы смело можем говорить о том, что существует восточноевропейская линия понимания этих древних мифологических символов. В их изучении виднейшая роль принадлежит Греймасу. Мне хочется пожелать развития его исследования, исследователей его учеников и учеников его учеников, чтобы это двигалось вот в таком направлении, о котором я сегодня говорил, то есть в сторону более новых понимания эволюции и глобализации и с периодизации всей человеческой истории еще до неолита. Мне хотелось бы отметить, что участие наших французских коллег делает эту работу особенно значимой, и хотелось бы пожелать большого успеха всем, кто сегодня участвует в ней. Спасибо.